Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать вот такую интересную оригинальную ключницу с виноградом из пуговок. Автором идеи сделать виноградик именно из пуговиц является Горбенко Людмила, замечательная, талантливая мастерица из страны мастеров. Большое спасибо Людмиле за такую потрясающую идею, которой я уже неоднократно пользовалась. А идея листиков из плотной ткани и термоклея принадлежит мне. В одном из своих мастер-классов, ссылочку на который я оставлю в описании под видео, я уже показывала, как можно применять подобные листики, но мелкие. Далее я покажу вам несколько своих работ с виноградом, а также покажу овна и овечку, которые я придумала, уже оттолкнувшись от этой замечательной идеи. Материалы. Наждачная бумага. Гофрокартон. Пуговицы различных диаметров, термопистолет, карандаш, ножницы, линейка, шпагат, готовые крючки. Как из проволоки сделать такие крючки, я оставлю ссылку в описании под видео. Мешковина, джинсовая ткань, лист бумаги. Для веточек можно использовать шпагат или темный шнур. Спонж, акриловые краски, черная, бронзовая, золотая и перламутровая. Краски по своему желанию можно менять. Декоративная бумага или обои для оклеивания обратной части. А также полимерный клей. Приступаем к работе. Три части основы склеиваем. После того, как склеили три детали, в четвертой проделываем 4 отверстия и вставляем крючки. Как сделать крючки, я оставлю ссылку в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана.
Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится, а также принесет пользу. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!